Всем привет, вы на канале Тимурин. Канал новый, будет посвящен изобретениям, где, как можно заработать, на чем можно заработать, житейский юмор и много-много чего интересного. Оставайтесь с нами, и вы узнаете об этом. Начнем с предыстории. У меня знакомая уронила сережку в лавочку. Вот в такую. Ты попросила меня ее достать. Я достал ей сережку вот таким приспособлением. И обнаружил, что в лавочке есть еще много-много чего интересного, что мы сегодня с вами и достанем. Так, посмотрим, что у нас есть. В этой лавочке у нас есть денежка. Мы видим 50 рублей. Там еще много-много мелочи. Посмотрим, в общем, что там есть. Для мелочи будем использовать вот такое приспособление. Просто из шампура согнули, чтобы сделать зажим. Не стал сильно заморачиваться. Итак, обыскав первую лавочку, мы нашли 50 рублей. Рубль подгнивший, 10 рублей, 5, еще старые 10 рублей и рубли. Две зажигалки. Надеюсь, я здесь этим первым занимаюсь. Пройдя еще три лавочки, мы нашли еще кучу мелочи, зажигалку и недополтинник. Половина, не знаю почему половина, где вторая, неизвестно, наверное, обладатель унес. В этой лавочке мы видим, вон там есть колечко, такой единорог какой-то. Куча мелотрухи, ключи, но ключи меня не интересуют. Я достал это все-таки колечко единорога, наверное, ребенка, я не знаю, чья это. И 5 рублей. По рублю. Приступаем к следующему. Здесь у нас мусор. Сейчас мы мусор разгребем. Нет, зажигалка. Это борода. Как же я все-таки устал. Стоило столько заморочиться ради такой зажигалки. У нас очередная лавочка, и я там вижу уже бумажки. Ну вот они, 50 рублей виднеется. Сейчас мы их достанем. Сейчас. Итак, сколько у нас здесь? 150. Я там вижу еще мелотруху, зажигалку сейчас достану. Оба-на. А что это такое? Так, что тут у нас? Похоже на 100 долларов. Надо достать. Вот это если будет не банк приколов, а нормальные деньги, охренеть будет. На натуре 100 баксов. На натуре 100 баксов. Вообще охренеть. Реально 100 баксов. Берите меня нахуй в долю. Вот такая вот тема. Я никогда не думал, что можно найти 100 баксов. Охренеть. Без всяких банков приколов. 100 баксов. Ну это даже вообще можно просто выкинуть 100 баксов. Может там еще больше есть. А знаете, что самое прикольное? У меня уже есть 100 баксов, у меня еще две лавочки впереди. Сегодня удачный день. Я еще прошел две лавочки, там нашел рваный полтинник. Самое главное, это вот это вот. Это прям жирная находка такая. Удачная. Кольцо. Уже посчитал мелочь. 200 рублей мелочи. 250 бумажками. Я доволен. Попробуйте, если у вас есть в городе такие лавочки, типа ищите, может быть найдете. Я только за вас порадуюсь. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много чего интересного. Увидимся.